Добрый вечер, уважаемые красноярцы. Февраль начался с сильных магнитных бурь. С 1 по 5 число ожидается очень мощное магнитовозмещение на Солнце, до 8 баллов включительно. Уважаемые красноярцы, будьте очень внимательны, в метеозависимых существенно ухудшится самочувствие, автомобилистов предупреждаем, у вас возможно многократное замедление реакции и снижение внимательности. На предстоящие выходные ночью ожидается низкая температура, до минус 20 включительно, за городом еще ниже, до минус 30. По ветру мы ожидаем штиль и повышенный уровень загрязнения атмосферы. В среду, четверг температура существенно повысится до плюс 2, а к четвергу, пятнице пойдет снег. И мы ожидаем усиления ветра. На дорогах будет сильный гололед и снежный накат. Жителям сельской местности не рекомендуем пользоваться самодельными обогревателями. Проверьте состояние печей, не оставляйте детей без присмотра. На прошедшей неделе в Березовском районе, к сожалению, погибли 3 детей. Кроме того, напоминаю, что на другой край дежурят мобильные патрули, а также свыше 100 пунктов обогрева, которые помогут попавшим в сложную ситуацию. Кроме того, в связи с ожидающим потеплением на крышах домов могут появиться сосульки. Проходя мимо домов, смотрите наверх. Если видите нависающий лед, обойдите это место. Не паркуйте автомобили близко от стен жилых домов. Уважаемые красноярцы, во избежание провала автотранспорта на подлет просим автолюбителей соблюдать правила безопасности при переправе через акватории рек. Не выезжайте на лед со скоростью более 10 км в час. Не допускайте обгонов, при плохой видимости не переправляйтесь. Сейчас в крае проходит акция «Безопасный лед», то есть выявление стихийных переправ, они будут закрываться. Предупреждаем рыбаков. В связи с потеплением риск провала подлета увеличится в разы. Сейчас толщина льда на Красноярском водохранилище уже меньше нормы на 18 сантиметров и составляет от 12 сантиметров до 35. Рыбаки, будьте крайне осторожны. На Абаканской протоке, возле острова Посадный, возле жилмассива Белые Росы лед очень тонкий. В экстренной ситуации звоните по телефону 112. Это, уважаемые красноярцы, этот январь стал одним из самых высокотравматичных за последние несколько лет. Очень много людей пострадали при катании с горок. Так, например, женщина получила перелом бедра, другая позвоночника, после того, как катались на плюшках и врезались в дерево. Поэтому, если вы решили покататься с ледяных горок, настоятельно советую. Внимательно отнесись к выбору склона. Ну и хотелось бы предупредить отдельно, уважаемые красноярцы, в крае растет количество заболевших гриппом и ОРВИ. В Красноярске с начала года заболело около 6 тысяч человек, до эпидпорога остается 14%, а с начала года в крае заболело более 10 тысяч человек. Согласно информации, активность вирусов гриппа продолжает нарастать в 24 странах европейского региона. Уважаемые красноярцы, будьте осторожны, воздержитесь от мест с массовым пребыванием. Людей, если вы все-таки не хотите пропустить зрелищные мероприятия, пользуйтесь защитными медицинскими масками. Уважаемые красноярцы, смотрите прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на канале ТВК в это же время. До свидания.